Храните веру православную, братья и сестры. Мы живем в удивительной стране, но эта страна – Россия. Ее нельзя не любить такую, какой она была, какой она славила Христа и строила храмы, возводила монастыри, расписывала иконы и росписи с детьми и с стариками, наполняла Божьи храмы, чтобы славилось имя Христово в воскресные праздничные дни. Как не любить такую Россию? Вот эту Россию мы любим. Поэтому, дорогие братья и сестры, напомню вам в завершении слова святителя Игнатия Брянчанинова. Постарайтесь их запомнить. И всем ненавистникам Родины нашей приводите их на память. Кто не верит в великое будущее России, тот погрешает против промысла Божия. Так сказал святитель Игнатий Брянчанинов. Вы слышите? В нашей России великое будущее. Как это будет, мы не знаем. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нее особенная стать. В Россию можно только верить. И верить в ее великое и славное будущее. Об этом не только наши святые говорят, но и воины-защитники, слова которых висят даже на въезде в наш храм, Федора Непобедимого Ушакова. Не отчаивайтесь, братья, ибо все сии грозные бури обратятся к славе России. Аминь.